Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Mana bugun Coca-Cola Superliga birinchi turdan o'rin olgan Nabog'or Sog'dovni uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Unda Sog'dovni bosh murabbiyi Ulug'bek Bahov ishtirok etadilar. Ulug'bek, сначала вас поздравляем с победой сегодняшней. Ваше мнение о сегодняшнем матче, как проходила игра? Всем добрый вечер. Очень рад вновь приехать на Наманган. Наманган для меня очень дорогой город. Здесь проводил какую-то часть своей карьеры, поэтому хочу поздравить болельщиков с открытием сезона, чтобы ваша команда вас радовала. Что касается игры, мы знали, что Наманган очень сильный соперник. В каждой позиции есть сильные игроки. Поэтому плюс ваш народ, болельщики очень тепло приветствуют, болеют. Поэтому было вдвойне тяжело. Да? Поэтому мы, честно говоря, закрылись, да? Зная, что с вами нельзя в открытый. Поэтому такую тактическую схему придумали и, на игру. И поэтому были моменты, у вас тоже могли забить. Но это футбол, поэтому хочу пожелать удачи команде Наманган и хочу поблагодарить своих ребят за самоотдачу и за игру. Архмат Солдовцы, у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Можете задавать вопросы. Вон Солдов. Стамич, буквально вчера у него в семье произошел. Его ребенок сильно заболел, и там подозрение на серьезную болезнь, и завтра предстоит операция, поэтому это человеческий фактор, и человека мы отпустили. Главное, что семья, дети, все, и поэтому он уехал в срочном порядке. Ну, мы знали, что Наманган очень, когда дома, они очень, как сказать, агрессивные, бегут в атаку, очень играют широко флангами, да. При счете 0-0, если помните, был у вас опасный момент, когда слева фланга, в середине штрафной, очень был опасный, когда вы могли забить, но вы не забили, и тут же пошла ответная атака угловой и стал гол, поэтому... Возможно, если вы забили, вы, может быть, и такого счета не было. А может быть, и 2, и 3-0 было бы. Да? Это футбол, поэтому выигрывает тот, кто забивает. Но мы очень волновались и с уважением отнеслись к сегодняшней игре, зная, насколько сильный соперник нам, команда Наобахор. Болмы соволды? Наобахоры... Ну, не сказать, что мы переиграли вас, да, потому что был угловой, был микромомент, да, то есть мы воспользовались, а в целом вы, команда Наобахор, доминировала на протяжении всего матча, да, то есть всегда создавала острый момент и... Просто за счет плотности у них многое не получалось, а в целом красиво играла команда. И мне очень понравилась команда, и я думаю, она далеко пойдет. Бонус Олла. Основные цели и задачи поставлены перед командой на новом футболе. Ну, вы знаете, цель у нас одна, каждый матч выходить как на финальную игру. Как будто сегодня финал Кубка, и каждый матч будем так выходить. А что получится, в конце посмотрим. Все, да, Бошка Саулдев. Ну, если с Милом Митровичем семейное положение не даст ему приехать в Узбекистан, то тогда будем, наверное, еще пополнять вратарев. Болма.
Только что. Ну, мы тренировались, честно говоря, закрыто. Мы не общались с журналистами. Не потому что, что мы не хотим, просто как бы стеснялись, что ли, или как-то. Ну, старались ярко не выражать себя, и поэтому мы, нас не видно было на тренировочных сборах. Твоему чему рахмат, катта рахмат. Камай наваган, спасибо большое, удачи, спасибо. Ингуде долмат.